Полное описание и точно дата выхода 5 и 6 серии нового сериала «Когда закончится февраль». 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 24 февраля. 5 серия. На телевидении выходит разгромный материал о кризисном центре. И Ольга оказывается в эпицентре скандала. Она решается выступить на ток-шоу и рассказать всю правду о том, что с ней произошло. Одна из клиенток, Галина, приходит в центр за помощью. За ней кто-то следит. Ольга понимает, что это ниточка к еще одному преступлению. 6 серия. Жизнь Ольги начинает потихоньку налаживаться. Но возможно ли это, если напавших на нее бандитов так и не поймали? К тому же она подозревает, что Сергей и Даша могут попасть в ловушку. Как победить зло, если каждый будет надеяться, что это сделает кто-то другой? Напомним, 5 и 6 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 24 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!